Друзья, привет всем! Меня зовут Ян Симаков, с вами проект «Первый видеоавторынок». Ежедневно покупается и продается много подержанных автомобилей, но далеко не все, кто подбирает себе машину, способны проверить ее как следует. Вследствие чего после покупки человек может расстроиться, когда узнает, что машина оказалась совсем не того качества, как заявлял продавец. Исходя из опыта, я давно определил, что именно физическую проверку автомобиля следует начинать с проверки лакокрасочного покрытия. Но далеко не все обладают навыками проверки машины на битость с помощью только своих глаз. Хотя такие люди, конечно, есть, их профессиональная деятельность часто связана с ремонтом и покраской кузовов машин, либо с перепродажей автомобилей. Почему нужно начинать с лакокрасочного покрытия, если это для вас вообще важно, конечно? А если машина бывала в серьезных авариях, то наверняка такой автомобиль вам не нужен. И нет смысла ехать на СТО и проверять ее техническое состояние. К тому же на СТО за проверку машины возьмут деньги, и вы потратите время. Наверное, многие сейчас уже знают, что есть такие приборы, они же толщиномеры. Это один из вариантов, который позволяет узнать, были ли элементы кузова перекрашены. Но далеко не у всех такой прибор есть. Ведь нет смысла покупать его ради одной покупки машины раз в 3-5 лет. В данном случае мы можем помочь вам сэкономить время и деньги. Самое главное, мы хотим помочь вам приобрести качественный автомобиль. В нашей компании в наличии всегда более 200 машин, но если вам ничего не подошло и вы нашли машину в другом месте, то мы тоже можем вам помочь. Как это происходит? Вы приезжаете в любой день недели, в любое рабочее время к нам в автосалон на автомобиле, который желаете проверить. Ну и, конечно же, с продавцом этой машины, если он не против каких-либо проверок. Обращайтесь к любому сотруднику нашей компании, вам никто и никогда не откажет, все готовы вам помочь. Сотрудник компании проверит лакокрасочное покрытие автомобиля откалиброванным и проверенным толщиномером по максимальному количеству точек на машине. К тому же, иногда окрасы кузова бывают высокого качества, что потребует профессиональный осмотр уже не только с помощью прибора, но и с помощью опыта и знаний. Признаки замены элементов кузова или окрасов могут быть разными. Один из них, один как вариант, это поврежденная краска на болтах крепления кузовных элементов, либо замененный элемент полностью, который можно определить, к примеру, по надписи, например, Made in Taiwan, такое тоже бывает, либо не Тайвань. Хотя машина, конечно же, точно не тайваньского производства. И вот наш специалист дает вам независимую оценку лакокрасочного покрытия, после чего вы решаете, смотреть автомобиль дальше или нет. Если да, то мы для вас сделаем некоторую проверку документов автомобиля и самого продавца. Эта проверка будет входить в стоимость услуги, будет не самая глубокая, но это примерно то же самое, как проверка лакокрасочного покрытия. Это первое, что нужно сделать уже при проверке юридической чистоты автомобиля и владельца. Друзья, обращайтесь в нашу компанию за помощью в проверке автомобиля. Это повысит ваши шансы на покупку качественной машины. И еще хотел бы вам в очередной раз напомнить, что наша цель – это создание цивилизованного рынка продажи автотранспорта. Без обмана, без лжи, без унижения и хамства. Такого рынка, где продавец не боится смотреть в глаза, а отношения построены на взаимном уважении и выгоде. Присоединяйтесь к нашей цели. Вместе мы сделаем эту сферу честней, проще и понятней. С вами был проект «Первый видеоавторынок». Не забывайте подписываться на наш канал. Если это видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайки. Если вдруг возник какой-то вопрос относительно купли-продажи автомобиля, пишите этот вопрос в комментариях под этим видео. С вами был Ян Симаков. Всем пока!